Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в прекрасном солнечном Новороссийске на стадионе «Центральный», где сегодня пройдет матч 8-го тура МЛБЭТ первой лиги сезона 24-25. В этом матче «Черноморец» примет родину. Начинается осень, начинается матч «Черноморец-Родина». Стартовые составы играющих команд. Начинаем с гостей. «Родина-Москва», голкипер номер 16 Александр Корякин. За счет терпения руководства, за счет долгой, кропотливой работы удалось добиться своего. Кошмарная передача по центру, перехват от Ильи Родионова. Он уже в штрафной площади. Пас на второй темп не самый удачный. Кротов продлевает атаку левее. Удар отражает мяч перед собой. Александр Корякин, как же стремительно рвали когти в эту контратаку моряки. Заброс направо. Здорово. Красильниченко с правой ноги. Удар. Корякин отражает мяч. А вот это уже серьезно. А вот это уже момент. И со всех ног мчат в контратаку моряки. Родионов на рывочке уходит от Мусаева. Родионов мяч под левой. Хорошая передача. Это опасно. Нужно бить. Удар! Повод шумно выдыхать от облегчения. Так подбирал ноги, как будто бы даже на удар заряжался. Но это было очень далеко. Хотя, что такое далеко? Мераби Уридия. Расскажите, а это что такое? А это 1-0, это конфуз. Как будто бы на разных языках разговаривают Фролкин и Стежко. Щедрый подарок в День знаний хозяева гостям предоставляют. 1-0. Вопросы прежде всего голкиперу, об этом чуть позже. Все же опасная ситуация у ворот гостей. Прострел, что еще? Автогол! Добро пожаловать! Лучший бомбардир чемпионата Европы в лучшую лигу мира! Перепраздновали москвичи. Очень легко промчался Родионов. Скорее бил в дальний угол, но и прострелом это тоже можно было называть. И Митя Крижин в свой 50-й матч в составе Родины оформляет гол, но в свои. И явный перевес черноморца по моментам. Снова потери в центре от Родины. Родионов налево. Опасный эпизод возникает с ударом очень тонким, гроссмейстерским, закруткой в дальний угол. А Корякин тащит. Отражает. Замерли все. Ага, чуть назад. Хабалов! Удар! Облизнул мяч сетку, но все же с внешней стороны. В данном случае это не потребовалось. Кожедуба еще нужно прогреть шины. Ему еще нужно ментально в эту игру войти. В это время заброс. Не было ли офсайда? Кстати, Юшин! Юшин из-под Хабалова, из-под чужой линии обороны, которая, кажется, провалилась. Отметим, что игроки Родины в районе границы штрафной разбегаются кто куда. Навес опасно! Юшин! Юшайн! Сверкает Александр Юшин и выводит свою команду вперед. Четвертый гол в сезоне. И не зря нам показывают Фролкина, который пытается скрыться от объектива за штангой. Неудачная игра на выходе, открыт был створ ворот. Удар отнюдь был непростым от Юшина, который тянулся вслед уходящему мячу. Однако почин не поддержали партнеры и мяч у себя не оставили. Енин, здорово! Енин под левый мяч, удар, добивание, гол! И нет положения вне игры, и сравнивает счет черноморец! Анри Чичинадзе выскочил из чистокола защитников и переправил мяч в ворота после удара в исполнении Ивана Енина. 2-2. Поглядывает на часы Анопа. И вот теперь уже окончательно отправляет команды в раздевалку. 2-2 в матче черноморца и Родины по итогам 90 плюс минут, по итогам очень долгой паузы, пока восстанавливали освещение на стадионе «Центральный» в начале второго тайма. 2-2, которые не вызовут улыбки ни у кого. Все сегодня хотели победить.